Хорошая новость для молодоженов. Кубанские влюбленные теперь могут подать заявление в ЗАГС через интернет. Такая возможность появилась на сайте госуслуги.ру. Отправить электронное заявление можно в разделе «Управление актов гражданского состояния». Далее нужно выбрать удобное отделение ЗАГСа и забронировать дату и время свадьбы. Таким образом, молодоженов освободят от необходимости стоять в живой очереди в ЗАГС и больше времени посвятить счастливым хлопотам. По данным краснодарских ЗАГСов, услугой уже воспользовались десятки горожан.